В ноябрьске произошло выездное совещание на тему повышения надежности электроснабжения и месторождений дочерних обществ «Газпромнефти». Участие в нем приняли сотрудники 7 предприятий, а также представители головной компании. Работа совещания была разбита на 2 дня. В первой половине были подведены итоги деятельности энергетиков нефтяных предприятий за 2012 год, где каждое дочернее общество сделало краткую презентацию о проделанной работе. На следующий день собравшиеся выработали общую концепцию развития как на 2013 год, так и на ближайшую перспективу до 2015 года. Это прежде всего касается внедрения на предприятиях автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, что позволит добиться значительного энергосбережения. Здесь у нас сейчас мы не только подводим итоги, мы для себя пытаемся выработать общую концепцию развития. Это и касательно автоматизированного учета электроэнергии, и энергосбережения, и повышения энергоэффективности в добыче нефти, и повышения надежности.